Всем привет! Это моя машинка Subaru, старенький Legacy. Хочу поделиться, как сделать подогрев сидений. Вот, исходно у меня его не было. И сейчас очень холодно, зима. Я решил все-таки его сделать. Итак, смотрите. Берем вот такие вот штучки, вспененный полиэтилен, в количестве 2 квадрата. И вот так вот его ложим на сиденье, а еще лучше под чехол. Получается шикарный подогрев. По ощущениям, пятой точки равносильно электроподогреву, всегда теплый. То есть ваше тепло от вашей пятой точки не уходит в сиденье и иную поверхность. А также это универсальный подогрев, можно использовать для каких-то других целей, например, чтобы постелить, если требуется что-то посмотреть. Как у нас тут дела? Ну вот. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Фирсов Вячеслав. Ставьте лайки. До новых встреч. А вот засунул его под чехол. Так вот это выглядит. Вполне прилично.